вся жопа в иголках. Ну что, сеньорес и сеньорес, это 8-й урок испанского языка. Ну что, погнали? Первое слово. Бенгальские огни. La Bengala. Ёб твою мать, Гала! Ты что, не купила Бенгала? Поздравляю. Felicitaciones. Короче, давайте бахнем. Щелкунчик. El Canzanueces. Так, ты тут это, не ахуэсэс. Мы все вместе дружно идем на Canzanueces. Упаковочная бумага. El Papel de Envolver. Так, пускай твой кавалер купит нам Papel de Envolver. Ха, пришел он, глянь. Дед Мороз. Папа Нуэль. И это ель! Опозоримся перед Папой Нуэль. Шампанское. El Champagne. Ань, а ну-ка подлей мне чампань. Печенье. La Galleta. Не, ну нахер мне твоя газета! Я просил, гаета! Рождество. Навидад. Ой, Валера, нам пи***а. Завтра же Навидад. Ну что, вот и все. Это был 8-й урок испанского языка. И если вы хотите 9-й выпуск, пишите в комментариях «Хочу курс», сохраняйте видео в закладке и ставьте лайки. А мы бахать! Валера, наливай! С наступающим! Ты уже за***л с Валерой пить. Печень уже пошла по пи***е. Завязывай, Коль. Валера! Здрасте, я с Помэда. Мы на Василье с бутылочкой. Так мы ж это, собирались всех звать через неделю. Слушайте, неделей больше, неделей меньше, какая разница? Где у вас бокалы? Ну, не хоромы, конечно. Ну и не сарай. Нихера себе баклажаны, конечно. Столько квадратных метров и на 2 человека. Слушай, это же вы, получается, ваши дети. Ваши внуки будут за ипотеку эту всю платить, да? Ядрица, трахадрица, Катя. Ну, хата хорошая. Знаете, за такие деньги вид из окна мог бы быть гораздо симпатичнее. Вот у меня в Саранске. Ой, ну туалет у вас, конечно, добротный. Аж попе приятно. Показывайте мне цвет джакузи. Вот знаете, вот цвет какахи. Вообще-то это цвет капучино. Подгулявший какой-то у вас капучино, я скажу. С говнецом. Ой, в гостях хорошо, но дома... Дома херово. Короче, я к вам на недельку. Алло, Валера, тащи чемоданы. Мы остаемся. Ну что опять? Опять не успела записаться на новогодний маникюр? Какие воды отошли? Какие воды, Света? Ты что, беременна? Света, тут идти его Иисусе, какой ребенок? Я сам недавно школу только закончил. Какой номер скорой, Света? В смысле, уже поздно? Света, я не хочу видеть, как с этой пещеры вылезает 3-килограммовое чудо. Я же импотентом стану. Как там в фильмах рожают? Мокрое полотенце и тазик, да? О, подожди, Света. У нас только ведро. Ладно, все, понял, несу. Света, а это точно мой ребенок? Ладно, не ори, я понял. Просто уточню. Света, дыши! Света, дыши! Нам уже ипотеку с тобой вместе платить. Дыши, говорю! Света, тушься! Ой, мне аж плохо стало. Света, если ты сейчас не родишь ребенка, рожу я. И совсем не ребенка. Света, давай! Света, давай! Выпья бейсболу. Не хочешь? Вот выпью я. О, Света, головка виднеется. Головка виднеется. Ёб твою мать. А вот и наш первенец. Ёб твою мать, Света! Это что? Новый год, время хуёвых подарков. Блять, помнишь, ты мне косарь должен был? Ну вот, прощаю тебе его. С Новым годом, где у вас это оливье? Ну что, с Новым годом. Так это же просто коробки. Ну тогда, помнишь, я тебя забыл с 1 апреля поздравить? Вот, 2 зайцам одним махом. А я знаю, что я не прогадал с подарком. Правда, я тут чуть хлебанул. Ну как чуть-чуть? С наступающим, вот тебе рамка. Только распечатаешь нашу фотографию и вставишь, а то у меня бабла просто на нее не хватило. Сегодня я всем даю активированный уголь и воду, так как чую, завтра нам его понадобится до***я. Как в той замечательной песне говорится, лучший подарочек это я. Так что давай, чё сиськи мнём, где мой стопарь? С Новым годом! Это шампуни из отеля? Ну тогда! С Таиланда, кстати, на секундочку, не хухры-мухры, с Новым годом! Романов, так это же твоя собака! Ну пожалуйста, ну заберите ее к себе домой, она меня достала ужасать по всей квартире! Я дарю вам то, что вы дарили мне в прошлом году. На! 1-1, у кого-то отпуска и каникулы, а у кого-то начался ад. Сессия, приветики. Мам, я хочу академический отпуск взять. Я тебе сейчас возьму. Мы за то, что ли, просто так? Ладно, ладно, все, я пошутил. Так, ну что, погнали. Первый предмет, который нужно сдать. Гидравлические и пневмомеханические системы в инновационных проектах машиностроения. Окей, Google, что такое гидравлический... Соберись, Романов, и не такое сдавали. Так, мат-анализ, линейная алгебра, электротехника и метрология. Экзамен 31 декабря. Учитывая комбинаторный процесс, инкорпорирующий языки, агрессируется благодаря теории волновой сонорности, дискредитирующей транс... Романов, сосредоточься. Так, G5.
Джимми, серьезный вопрос. Ты любишь своего хозяина? Любишь. Сожри зачетку, пожалуйста. Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь, если спят усталые игрушки, книжки спят. Заебанду подниманду, с наступанду. Маманду! А где ваш мужанду? Ха, как всегда на журанду в жопанду. А кто елку украшанду? Мой дуранду. Ну виданду, что руки из жопанду. Я ему говорю анду, маманду. Ёпш твою манду. Ну и чё седанду, почему подарки не открыванду? Ну вайфананду. Это билетанду в караганданду? Да. Откуда ты и припиранду, и обратно пиздетанду. Ёб твою манду. Ну что, мои дороганды, сегодня мы выпиванду за новый готанду. Год крысанду. С вашим готанду. Я что, слуханду сказанду? Ёб ты мой дремия. Я должен тоже это снять. Всем привет, это видео, что в моем портфеле чек. О, а ты чек с магазина забрал? Мама, я опять не снял трек. Валера, с добрым утром. Валера, у меня какой-то дежавю. Валера, мы не спим. Вот скажи мне одну вещь, это что же надо было такого мешать, что на утро у меня лицо как у погрызенной канистры? Сука, что так холодно, а? О, спи куртку у Светки. Она все равно с Нового года еще спит. Валера, мы не спим. Вот вчера было Рождество Христово, да? Да. На какую Хиросиму, Валера, надо было бегать по улицам города и кричать прохожим, что Иисус вам все простит? Валера, флюорограмма ты моя лупоглазая. Ты где иконы спи***л? Валера, мы не спим. А ты помнишь, как ты завалился в церковь и накатил вместе с батюшкой? После чего начали водить хороводы, напевая Мэри Крисмас. Шо-шо, да не шо, Валера. Батюшка-то спился после этого времени? У него теперь каждый день это... Джингл Беллз, блядь. Ой, Валера, чтоб я еще раз с тобой выпил. Да пошел ты нахер, Валера. О, Света проснулась. Ой, Света, не улыбайся. А твоя улыбка у меня жопа морщится.